Приехали отремонтировать интернет. Стоит вот такая вот антенна. Потом посмотрим, что она ловит. Но видео в Ютубе, говорят, не работает. Посмотрим. Значит, сейчас мы посмотрим, что приходит с этой антенны. Здесь вот такой 50-омный кабель, который не греет модемы, как утверждают. И мы видим, что в принципе тут, конечно, кое-что есть. На уровне шумов вот видно здесь, ну, это ерунда, это не сигнал, антенна не работает, хотя работала вроде бы как. Роутер здесь был 681-й. Сдох от грозы, но это в итоге все не работало. Установим такой комплект. Здесь, значит, панелька с боксом. Панелька у нас будет вот такая вот. Боксик, в нем модем. 3G это будет. И уже будем забирать по витой паре метров 40. Высота вот такая получается у нас. Вот так вот это получается. Стоит вот такая вот панелька. 18 дБ мимо. Но здесь мимо нету. Но так стоит. И вот такой лесик. В том направлении вышка километров, наверное, 12-14. 3G. Около 20 мегабит. Значит, интернет приходит по витой паре уже. Запитывается через инжектор. А интернет у нас будет давать такой простенький роутер Тенда. Вот. Значит, сигнальчик у нас на модеме вот такой. Это меняется. Яндекс метр. Габит 10 будет. Но это не точно. Яндекс не может определиться. То ли 12, то ли 20, сказал 15. Среднюю. Чтобы не врать. Максимально зафиксировано на Huawei. Двадцать один на 5. Почему спид тест, Паша? Спид скорость. Это сейчас меньше покажет. И пинг чудной показывает. Ну, тоже десятку вроде. Заводить надо, потому что уже подключить. Да, на телефоне сейчас будет нормально показывать. Что, китайский iPhone? Ну, а нет, надо же Wi-Fi ставить. А, ты не понял. В общем, как-то так. Тариф мегафон 500 гигабайт, 1000 рублей в месяц.